Учреждение образования Славянского района готовится к новому учебному году. Улучшению условий питания учащихся уделяется большое внимание. Успешно действует государственная программа развития образования. Благодаря ей обеспечивается финансирование дорогостоящих работ по модернизации школьных пищеблоков. Подробности ведущихся работ в нашем следующем репортаже. У славянских учеников должна быть возможность получить в школе качественный и полезный обед, а для этого в ряде учреждений образования не обойтись без существенного переоборудования школьных пищеблоков, которые функционируют уже десятки лет. После проведенной там модернизации инфраструктура школьного питания будет отвечать современным требованиям. В 28-й Анастасиевской школе работы по реконструкции пищеблока в самом разгаре. Полностью изменена его планировка с тем, чтобы обеспечить значительное улучшение качества питания. Добавлены новые цеха, цех обработки рыбы, горячий цех для обработки птицы и мяса. Добавлены два цеха первичной и вторичной обработки овощей. Также современным стандартам будут отвечать цеха, где будет проводиться мойка посуды. Также будут нам полностью заменено практически все оборудование, которое будет новое и отвечать всем современным стандартам. После перепланировки помещения и оборудования электросети идут работы по водообеспечению и канализации. Нужно сделать еще немало, чтобы школьная столовая приняла юных анастасиевцев. В 56-й школе поселка Рисового очень рады идущему преображению пищеблока. Вступление в государственную программу развития образования обеспечила проведение очень важных и нужных работ. На эти цели выделено без малого 7 300 000 рублей. Мы долго ждали этого мероприятия. Будем очень рады и довольны тому, что наш пищеблок будет соответствовать современным требованиям. Мы надеемся, что наконец-то добавятся новые цеха, появится вентиляция, заменятся все коммуникации. Это освещение, водоснабжение, канализация. Наш зал будет соответствовать требованиям. Уже заменены все коммуникации, ведутся штукатурные работы. В школе надеются на своевременное завершение работ. Ведь самое главное, чтобы детвора питалась качественно и вкусно. Об этом думают и в 8-й школе поселка Садового. Директор учреждения образования держит руку на пульсе идущей в настоящее время реконструкции пищеблока, что существенно улучшит питание ребят. Благодаря помощи Виктора Васильевича Чернявского, главы района, у нас ремонтируется пищеблок, большие материальные затраты, будет приобретено новое технологическое оборудование, полностью будет сделан цех горячий и моечный. Пройдет не так много времени, и в этих полностью преображенных школьных столовых, сверкающих свежей краской, будет установлено самое современное оборудование, и школьники придут в обеденные залы, где столы будут заполнены вкусными и полезными для здоровья блюдами. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».